Что? Где? А, ладно. Не буду делать постанову. Окей. Короче, я попал в Boneworks. Это такая игра. Всех приветствую. И сейчас я нахожусь именно в начале, можно сказать. Ну и, в общем, это не будет слишком интересно для вас, поэтому перемотаю до интересных моментиков. Не знаю, скорее всего, сейчас попытаюсь сломать доску. А нет, она вот отрывается. Окей, доска оторвалась. А, так, кстати, подпишись на канал, если вам будут интересны такие видео. Чел, ты в муте, что ты творишь? Я не понимаю, чё на меня идет? Еще недовольный такой. Боже, кто это такой вообще? Объясните в комментариях. Так, окей. Ну, попробую кирпичом отпасить. Может, конечно, угомонить свои мозги маленькие. О, все. Ну, вы за него не переживайте, он ему так не надо, тем более он, наверное, просто отрубился. Ну, я в этом не очень уверен. Что на молоточек мне точно надо? Да-да. Короче, видите, острие сзади есть. Сначала, наверное, я попробую просто самой головой, то есть вот этой самой большой части молотком бить. Сейчас попробую эти доски вообще отодрать. Ну, а потом буду, скорее всего, задней части, потому что она заостренная такая. Ну, я, конечно, не очень хочу кого-то обижать там, но... Ну, как пойдет. Перемоточка. А, так, какой-то подозрительный чел. Надо его лупануть. Я считаю... Ой, какой он, блин, трогательный. Потрогать можно. А, еще, кстати, не обращайте внимания на вот эту менюшку сбоку SteamVR, просто я ее забыл убрать. Ну, а сейчас будут самые типичные разборки торгаша и недовольного клиента. Да ты шо, серьезно? Ты чё на меня лезешь? Я не понимаю. Я ж тебя уничтожу. Так что? Кирпич. О, ключ. Вот, он мне и нужен. В общем, сейчас я его возьму и пойду вставлю там, где надо. А сейчас мне надо доломать эти коробки. Я и нежданная турель, которую я даже не заметил, но потом почувствовал. Очень больно, кстати. Не советую вам это испытать. Больно. Ладно, пропустим то, что я умер. Окей, я возродился потом. И сейчас я пытаюсь поставить турельку. Очень интересный, кстати, процесс. Я ее вырубил, и у нее есть кнопочки. Да, потом я ее, конечно, потерял. Не то чтобы это спойлер, но, в общем, да. Итак, эта кнопочка стреляет. То есть, вот видите, маленький автоматик, он стреляет. И вторая кнопочка открывает турель. Неважно, что было потом. А сейчас я хочу вставить ключик. И что же там? А, какие-то странные звуки. О, боже, ты... Чел, ты... Я настолько профессионал, что он аж испарился, в пыль превратился, причем красную. Вы понимаете, насколько у меня сильные удары? Нажму-ка я этот рычажок. Опа, задвинулась стекляшка, теперь турельки не смогут меня выстрелить в будущем. Не знаю, что делает этот переключатель, но его тоже надо сделать. О, мой молоток упал, блин. А тут моя задача расшатать эти, что это, туалеты, наверное, эти общественные. И сбить того челика. Видите, там стоит прикольный такой, болтается. Видимо, больше не болтается. С этим все, закончили. Оп, а вот и ключ. Как же я его сразу не заметил? Голова моя козлиная.
Заметил я ящик интересный. И что там? Так. О! Кстати, топорик мне пригодится. Не то, что молоток какой-то. Топор — нужная вещь в хозяйстве. А молоток я, когда пропорядочный гражданин, утилизирую. Так его. Ого, вы видали, челики дерутся, я в шоке. Они вообще, что они делают, я не понимаю. Нафиг они этих... У них даже оружия других нет. Взяли, а пришли эти, блин, ОМОНовцы. Ой, топор уронил. Да. Чё тут? Короче, это вендинговый автомат с оружием, можете считать. Сколько стоит? 800 пулек? Ты шо, дядя? Я такие деньги платить не буду. До свидания. А вам, дорогие подписчики, я желаю удачи. А те, кто не подписался, подпишись. И следующая серия будет скоро, наверное. Ну, вы знаете меня, я снимаю очень хорошо и долго. Я умею. Всем пока.